так ладно, и не пускай. Обійми мене, обійми мене, обійми. Твоя весна прийде нехай. Так. Фініцо. Йобаний рот, ти живой? Ку, братва. Ты как? Да я, блядь, я все время надеюсь, что я высплюсь когда-то. Очень на это надеюсь, блядь. Так ты поспал часов 5. Ну, так это мало ж. Сейчас тебе скажу, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5,5 часов. Зуб, я своему сыну тебя показывает, говорит, что дядя смешной. Не надо сыну показывать. Брат, не надо. Это нездоровая хуйня. Так, ребятки, если в двух словах. У нас R7 Комета и Банда. Это новый проект от ребят, ну, вернее, их, там, не знаю, друзей, блядь, товарищей. Хуй его знает. Что такое Банда, мы сейчас посмотрим. Потому что я впервые... Чего, блядь? Какой нахуй номер телефона? Так у меня нету номера телефона. Ладно. А, так, сейчас мы еще подымем этот, подвинем, вернее. Как называется он? Браузер. Вот. Так. Сейчас. Я вам покажу, блядь. Как профессионалы настраивают, нахуй. Ага. Не показывать в следующий раз. Вообще никогда не показывайте мне эту хуйню. Так, а вообще, типа... Подождите, блядь. Почему такая залупа? Ладно. Мы на первый раз это простим им. За 450 берем. Кстати, нормально, да? Две тысячи мегавейс — это хуйня. Почему такой маленький депозит? Депозит 1,5. А я... А что у меня там написано? Полтора. А, все.
Бать, какой он громкий, просто с ума сойти. О, ну тут сейчас Максвин. Это он. Вопрос остается прежним, почему такой маленький депозит? Потому что у меня нет больше денег. Иди нахуй. Поправь камеру. А. А где она вообще? А, вот, камера. Так нормально? Кстати, нормально. Нормальная тема такая, блядь. Кракен этот. Еще один. Нормально. Блин, ну дай 10 тысяч вейс. Один вилд, три спина. Три спина, блядь. Два спина. Два икс. В принципе, нормально, нихуя себе. 14 спинов, блядь. Слепой на связи, ты вчера чуть не подрался. Не, я бы не подрался. Я умничка. Так, ну 4, нет, мало, надо 5 хотя бы, 5 этих осьминогов ебучих. Просто какая-то хуйня, да? Тогда надо золотой осьминог, блядь. О, вот 5. 4 спина осталось. Не, хуйня это полная. Ну, блядь, гнида. Блядь, так он их столько наставил, вы видели? Все, последнюю. Привет тебе, солнечной Туркмении. Ого, и тебе привет большой. Ты как будто под чем-то, как будто спать хочу, просто пиздец как. Ёбнуться как хочу спать. Откинься и спи. По
Поставь на Аки рубли. А как это сделать? Ну, блядь. Ебать, здесь могло, да, давать? Так. А, вот. Отображать в рублях. Ты доволен, Виталик? Мы отображаем в рублях теперь. Ты этого хотел? Поехали. Делаем. Майбах дорогой в обслуживании. Слушай, я не знаю, мы ж на официалке купили гарантию, типа. Гарантия дорогая. Она стоит, сейчас тебе скажу. 25 делить на 4. 25 разделите на 4. Ну, вернее, на 3,70. И вот это в долларах будет. Это трехгодовая. Двадцать пять тысяч разделить на 3,70. Блять, сколько это? $6,700, блять, нихуя себе. $6,700 за 3 года. Не хочешь еще Rolls Mansory взять? Ага, конечно, блядь. Вот сейчас выиграем на Rolls Mansory и возьмем. Саша слепой на связи, как думаешь, Маск придумает машину для слабовидящих? Да, но на тебе она не будет работать. Потому что не слепой ты, пиздобол. Выйдешь с Дубая, кум будет на Майбахе. Ну, ему надо периодически будет, ну, давать же просраться, блядь. Ну, хотя бы там 2 раза в неделю надо будет выехать, по 5 километров проехать. Неплохо. Если бы еще давала что-то, блядь, вообще было бы отлично.
Александр, уже уточнили по стриму на Твиче? Нет, Ярик, я в 6 уеду, в 6 по местному времени. А когда вернусь, вот это вопрос. Ну, типа, если я успею, тогда да, мы запустим. А если нет, тогда не сможем. Я не знаю, сколько я там буду, сколько меня продержат. Ребятки, но я не виноват. Это я не страдаю хуйней, правда. А может что-то икса какого-то сразу? А может сразу какого-то икса? Угу. Ага. А вот же и он. 3. Хорош. Бля, в принципе, лучше и не надо. Уже заебись. Не добавляй ничего. Ничего не надо менять. 3x прекрасно. В Дубае есть квадробоберы? Да. Постоянно. Сам не хочешь стать квадробобером? Не. Спасибо, но нет. Очень, конечно, заманчиво. Блять, ну так начали. Гандон ты ебаный. Поправь экран. Да нормально все видно, что ты доебался? Ну какая тебе разница, что будет чуть виднее там правая сторона или чуть левая? Блять, ну может дашь икса? Хуесосина. Спасибо. Ой, хорошо, монетки. Или щиты, что это, блядь? Короче, что-то сыграло. Низ не видно. Так низ не видно, потому что... У меня тоже не видно. Ой, правда. 69. Ой, блядь. Не знаю, выживу ли вообще. Щиты. Есть. А икса нету все равно. Кайфом, блядь. Ой, блядь, да что такое? Жить буду вообще или нет? Наконец-то, Джарвис.
залетел сходу, 52. Да блять! Ребята, у меня аллергия на Ярослава. Free spins, блядь. Блядь. А что ж такое? Реально аллергия? Или заболел? Блядь, почему один щит не дать? Это все из-за компьютера. Думаешь? Так, свитки будут. Красные тоже. Блять, ну дай что-нибудь, шляпа ебаная. Дай что-нибудь нормальное. 1000 икс, блять. Ну такое. Когда стрим на онлике? Да не знаю, может, блядь, завтра, послезавтра запустим. Опа. Пятьдесят два. Е-е-е. Ладно, все, ластовая. Когда стрим с Трампом? Да тоже завтра, наверное. Сегодня нет времени. Блять, таки никса, шлюха, сразу. Нормального. Блять, ну хоть двадцаточку какую-то. Да как ты заебался своим 4? Аккаунт на Pornhub уже паутина, я просто когда новый контент. Слышишь? А... Подожди, а есть ребята, которые начали вести там и забросили потом? Я бы не забрасывал. Так а какой у них смысл? Они там раз поебались, сняли это и все, и такие типа, да пусть висит одно видео. В смысле, туда же заходят на постоянку работать. Это семейный архив. Какой, блядь, общедоступный? Начали чем-то другим заниматься, либо умерли. А.
Ну да, там одно из двух. Либо умерли, либо чем-то другим начали заниматься. Либо учителем в школу пошла. По матеше, ебать. Хорош, 12 икс еще накинул. Блять, дай щиты. Гандон. Да все, ГГ. Хуйня ебаная. Это ваша Афина, блядь. Так, ладно, последняя. Так, а у нас есть что-то типа мемов там на банду или... Или какой-нибудь хуйни. Есть? О! Все, заебись. Братва, мемы на банду. Полетели в ТГ. Да почему два? Ну как ты заебал, блядь? Ну дай двадцатку какую-нибудь. Какая же мразь ебаная. Ну как, блядь, так постоянно 2х давать? Что там насчет визы? Делается? Да. Вроде делается. И вроде все будет хорошо. Дай бог. Это Люба говорит. Ну шлем, блядь, один. Шлем, блядь! О! Блядь, ну и дай эскатор еще. Ретригера. Ретригера, шлюха. Ебать ты мразь какая. Есть. Подожди, так это теоретически может уже поиграть. Икс, правда, хуйни. Блядь. Ну да, все, нихуя не поиграть. Бля, вы Эвелона видели? Еблана. Какой же конч, блядь? Костыч тоже Nike. Не, у Костыча Adidas вроде.
Как твоя притча называется? Та? Ебать. У меня лучшая притча в мире. Так, 2х. Так, 3х. Может, реально даст иксовку? А сколько спин-офф осталось, блядь? А. 6 из 11. Восемь из 13. 9 из 14. Ебать, гандон какой. Вот и все, блядь. Ой, иди нахуй. Я вообще ноль, блядь. Ноль. Блять, вот здесь надо, чтобы давал икса. А здесь уже 8 из 10, и все. Не даст он нихуя. Одиннадцать. И все, и последний. Понятненько. Спасибо. Дура. Хорош, 21к. Так. Да что, давайте ливаем. Пошли на R7. Пошли на R7. Я вам сейчас покажу, блядь. Как играют профессионалы. Смотрите. Угу. Ну, пока неплохо. Реально профессионалы. Бля, кстати, закрыло пиздец, сколько всего. Так, радуга. Раз, радуга. Горшок иксануть. Ага, естественно. 57. Еее. Пятьдесят семь минус 4, 52. Ебать ты математик, Джарвис. Я в ахуе просто. Насколько тип силен в математике. Ugh.
Да поиграй, блядь, ну хоть что-нибудь. Шлюха. Класс. Нормально. 22, е. 22 плюс 30, Джарвис. Сань, вы детей планируете? Планируем, но оказывается, что этого недостаточно. Надо планировать и еще и ебаться, прикинь. А я просто планирую. Мне не с кем ебаться. Умом можешь. Да там детей не будет. Ну, по крайней мере, он так говорит. Пиздит, как думаете? Будут у нас детки? Ебать, закрыл. Блять, ну... Ну почему так, на? Будут, да? Ну все. Алина уехала, сразу видно на заднем фоне. Параша лежит, вещи разбросаны, волосы выпали. Волосы выпали из-за того, что Алина уехала? Сань, ты что без настроения? А что без настроения? Нормально, у меня что-то такое ощущение, что я подзаболел. Ну такая неприятная хуйня. Выглядишь болезненно, и девочку свою заразил. Да. Мудила. Стопудово, блядь. А что-то какую-то плитку там. Сбор. Сбор плитки. Так, ну пока идем нормас. О, еще живем. Та дай клевера, шляпа, блядь. Погони за Максином. Ага. За хуином. Что фараон за 125 дает? Там сразу плитка падает.
То есть сказать, что особо что-то меняется, ну, хуй его знает. Блять, ну да, и сбор. Да, и золотой клевер. Общий икс там. 20 какие-нибудь. Вот, вот час надо. Золотой клевер. Шестьдесят четыре, е. Старый, сколько стоит поздравление на день рождения? Бесплатно. Я поздравляю тебя с днем рождения. Будь счастлив. Блять. Надо было 500 и x20. И все, и закончили бы, блять. На-н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 а. Бля, это шо меня так спать ебашит? Бля, отвечаю, заболел. Вот прям чувствую. Угу, класс. Угу, охуенно. Ну такое. Все, ультра последняя. Вот отвечаю. Тон-тон, тон, 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 тон. Дай молнию. Ну, радугу вот эту. Пожалуйста. Шлюха, блядь. Так, мумию берем. Поздравьте меня с днем рождения, мне 21, зовут Давид. Давид, с 21-летием. Ты сказал, сейчас покажу, как профессионал играет, неожиданно. Ребят, сейчас покажу, вот смотрите. Сейчас красная на второй. И пизда. Вот она, смотрите. Ну, не сейчас. Ну, вот уже как бы x14. А это уже деньги. Опа, по 6. По 6 косарей начала давать.
4400, отлично. А что, ты реально будешь давать? 12 спинов же, блядь. Ага. Ага. Ясно. Ага. Да, что-то какая-то хуета у нас получилась из 12 спинов. Я ожидал сейчас там максвинов каких-нибудь. Александр, зачем вы пародируете жителей из Майнкрафта? Иди нахуй. Бигейминг играет. Это отлично, иди играй. А то иди депай, блядь, Бигейминг. Почему так, нахуй? Бля, братан, желательно привести его сюда, да. Я типа, я сниму его, а потом забрать. Так, сюда идем. Так, ну он тут сейчас даст. Прям есть чуйка. Саш, можно вопрос? Работаю пожарным, зарплата небольшая, но очень работа нравится. Работаю по душе, как думаешь, стоит уходить, зарабатывать нормальные деньги или работать пожарным и без денег? Брат, ничего не могу тебе подсказать. Если тебе нравится эта работа, нахуя я тебе сейчас подскажу? Да, уходи, развивайся в чем-то, ищи себя, а ты будешь сидеть, блядь, и скучать по предыдущей работе. Ну, нахуя я буду виноватым потом? Поэтому сам слушай себя. Да и вообще меньше спрашивай советов у людей. Поступай, как ты считаешь нужным. Наконец-то, блядь. Денежный стек! Стек 52. Так, 12. 12к. Вот здесь надо собрать и иксануть еще. Нет, не там, блядь. Какой же ты конченая.
Ну понятно. Да вот здесь, сука, надо. Саш, я работаю куриным жопорубом. Как думаешь? Надо ли менять работу? Нет. Отличная работа — рубить жопы курицам. Они без жоп, получается. Ебать, как скучно. Все, я буду спать. Давайте, ребят, толкните там, когда будет. О. Ого. Так, и что тут? 16К. Хорош. 49. Ну не скажу, что ебать как много. Монеты хуйня, да, была, она играла. Она долго играла, кстати. Давай берем мужиков. Мужиков берем. Два. Тебе тоже один. Да. Вот как раз два и было. Отец, как насчет OnlyFans? Ну, типа, идти голым себя показывать на видеокамеру. Ну вы что, ёбнулись? Мне будут доплачивать, чтоб я не показывался.
Сюда, нахуй. 48 плюс 4. Чарвис. Блять, ну может давай. А давайте чуть вот так вот. Ну мало ли сейчас. Ну, кстати. Более-менее, блядь. Бля, ну дай. Ну сейчас. Бля. Ну сейчас до 300 докрутим. Ну мало ли. Может даст. Да хуй он что даст. Козлина ебаная на рыбе на этой. Пошла нахуй. В Sugar Rush идем. Тан-тан-тан. Блять, ну дал бы ретригеря. Не, все равно хуйня. Не то. Все не то, блядь. Все не то. Все не так. Ты мой друг. Я твой враг. Как же так? Все у нас с тобой. Так, все, Максим, во фрутке и уходим. Был апрель, и в любви мы кляли, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры горят, обещания, день, когда я совсем один. Та дай, пидорас, что-нибудь. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну. Блять, какой же слот дерьма ебаного. И снова 3 сентября. Но почему? Но почему? Расстаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас всерьез. У меня ДР 3. А серьезно? Прям ты решил родиться на песню Шуфутинского? Красава.
Эй! Эй, сучка, блядь! Да, что-то какая-то непруха, блядь. А что это за вода? От кого так пахнет? От тебя? А что это? А? Пать вкусно, пиздец. Да шо, братва, пахнет, Маруся. Вкусно пахнет. Как-то назвала она меня Валай, я так и не понял. Не Валай, говорит, блядь. Давайте анекдот расскажу. Давай, делай. Писю ее нюхал. Ты что, ебанат? Это жена кента. Конечно, нюхал. А? Идем. Давайте. Блять, ну может дашь уже тогда? Три пирамидки ебучие. Да нет, вот это был последний шанс, кстати. Нет, еще дает шансы, еще дает. Еще держимся из последних сил, блядь. Прикиньте, сейчас бам пирамидки. И бам 18 спинов. И x 4000. Блядь, вот это был последний шанс. А, нет. Молодая пара не может забеременеть. Полтора года они уже только не общались, так и не забеременели. Вот им посоветовали знахаря в Тибете. Они прилетели, говорят, так и так. А знахарь им говорит: мужики, вы что, ебанулись? Джарвис, ну дурашка какая. Это надо такой весельчак. Рик ебаный. Так, нормально. Поиграли на R7. Пошли на комету. А, ребят, мемы на R7. Мемы на R7. Вот Ярослав выдал. О, что это такое? Это новый Хексова какой-то. Хорус. О, так мы знаем. Мы знаем такую хуйню. Это тот же Анубис? А, нет. Ага, ясно. Что это нахуй? Так, плюс 4 спина. Ага. А
А что мы там должны закрыть? Хорош, блядь. Вот это я понимаю, игра. Кто-то хоть что-то понял? Что тут произошло, блядь? О! О сыграло. Ж сыграло. Так. Так. Красная. Пизда. Это Максим. Сколько? А чё, Сити, да хуя? Так, ладно. Когда запись выложить? Никогда. Джарвис, опять анекдот, блять, такой дурашка. Прислоняет хую, да, волос, говорит, да ну нахуй. Ой. Ребят, поддержите Джарвиса, он даун. Ему очень важно, чтобы посмеялись люди. Так, 125. Топовую берем. Семь двести. Хорош. Ясно. Ну, сейчас в конце он даст три вот этих шарика. И что? Что должно, блядь, произойти? Как здесь нахуй занести? Ну, педераст. Привет, брошка. Ребятки, кум пришел.
На ковре. Прилетел на ковре. Желтый лист. В вертолете. Ребят, чтобы не думали, что пиздоблок, под ковер. Он реально с ковром пришел. На ковре в вертолете мимо радуги. Мы летим, а вы ползете, чудаки, вы чудаки. Блять, ретригеря надо еще. Нет, этого мало. Да пизда. Заносы на заносе, блядь. Чтоб деньги вместились. Чтобы поместились, это нос. Может такое быть? Да, естественно, блядь. Ой, ой. О! Вольф Голд Ультимейт. Ага. Я назову заносы именем твоим. И пусть весь мир принадлежать лишь нам двоим. Твоим безоблачной вселенной стану я. Ты любовь моя. А шо собираете один для разблокировки? Мы собрали. О! Собирайте еще 8. 7. Собери 7. 6. А сюда что-то будет падать, блядь? Ебать, конч задроченный. А сюда что-то будет падать? Не. Какая же псина ебунячая. Ребят, вы хотите ребрышки? Копченые. Копченые ребрышки. Подождите, вот на этом барабане ебучем падает что-то? На маленьком. Вы в курсе, не? Ну, какие свиные, ребят, о чем бы? Конечно же нет. Да, падает. Нихуя не падает. Падает. Вообще, причем, блядь, ни одной штуки. Падает. А, есть. О, ебать. Оказывается, падают здесь тоже. Собирать 10 для разблокиру. Он добавляет спинок. Да, вот 8 теперь надо, чтобы та открылась верхняя залупа. О, 5. 5 шариков еще надо. Ой, ребят, спасибо, так приятно. А это не, сильно невежливо, что я пришел? Да, ты думаешь, они не привыкли? Я жру каждые, блядь, 20 минут на стриме. Да, Джарвис, скучал по тебе тоже. Ну, то ты, а то я. Тебе можно. Ну, такое.
Твой модератор и банан говорит, что я чавка, а ты культурно ешь. Это факт. Спасибо. Что он не банан? Что он не банан, да. Я назову планету именем твоим. И будет мир принадлежать тебе лишь нам двоим. Твоей безоблачной вселенной стану я. Ты любовь моя. Ты любовь моя. София разъебалова. Ротарова разъебалова. Нет, Джарес, я не хочу твои анекдоты слушать. Тем более я ехал в машине и слушал стрим. Я уже слышал твои анекдоты. Какой именно? Те. Ну, у него там много было. Ну. Давай так. Все самые удачные я уже прослушал. Про мужиков слышал? Пара не могла забеременеть. Саша. Пришли к тибетскому монаху. Он говорит, мужики, вы что, ебануты? Достаточно. Фу, блядь. Ребят, нахуй мне кум пихает ребро в рот. Потому что Бог сотворил женщину. Из ребра? Адама. Свиного? Свиной Адам. О, одна осталась. Есть. Да. Пизда. Это Максим, друзья. Так еще 12 написано. Похуй. Уже Максим. Да? Похуй. Прям чувствую, что Максим. Так, 8 шариков. Джарвис хочет совет дать. Давай. Семь шариков осталось. Так, а Ярик говорит, что мне нужна пересадка. Я тебе говорил, поехали. А я согласился. Все, мы поедем, ребят, на пересадку. По-любому сделаю. Пересадим кума. Почему у нас не может быть детей с Александром? Мы такая прелестная пара. Впереди. Мы уже попросили монаха Алину выносить нам. У нас уже есть Соня. Алина же чисто для нас выносила? Да. Вот и все. Суррогатная мать. Нормально. И тема. Так быстро на пересадку согласился. А хули тут думать? На пересадку. А, на пересадку мозга. Ты хочешь пересадку мозга? Кто донором будет? Ярослав. Хочешь мозг Ярослава? Чтобы просить чай с молоком, колу с молоком и шампанское с молоком. Хочу, чтобы когда он умрет, его мозг завещал на опыт. Не, там все охуеют. Скажут, оно нахуй не нужно. Дайте лучше обезьяне, либо свиной мозг изучим. Больше будет пользы. Так а тебе никто мозг не предлагает. А когда он умрет? Кто, Ярослав? Mm-hmm. Это скоро уже. Вы его видели, блядь? А никто же его не видел. Только ну, избранные. Ну, раньше меня точно. Пиздец, как мало дают. Все, въебали. А, еще не все? Угу. Пойду а, еще репро. 150к, блядь. Кому, Адаму? Да. Финал. Mm-hmm.
Так, три штуки осталось. Что это? Где девчонки? Погнали в этот. Скажи быстрее. Да, 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 да. Нару там, блядь, хуяр. Ну, хорошо, если только Зарой ограничится. А что, мумия была? Да. 12 спинов дала. И не окуп. 50 тысяч дала. Конченая. 12 спинов, блядь. Эй, девчонки, что смотрите в окно? Зачем красивые так мучить пацанов? Так. А здесь что? Что это? Это Максим. Я отвечаю, это Максим. Именно поэтому общий выигрыш ноль. 4200 уже, не хотел? Хуясь. Пизда, Макс Винева. Полковник Александр, отдайте приказ рядовому Ярославу выдать мем вне очереди. Рядовой Ярослав! Выдать мемы вне очереди. А вы поставьте вне очереди лайки, кстати. Нихуя себе, 20 тысяч. Пидыщ. Да пиздец, столько денег. Ёбнуться. 3900 еще. Да как ты заебала? Изабелла? Ну как так можно, блин? О, 7x. Да, ну у нас все, у нас спинов нету нихуя. Джарвис попался на детский мат. Это какой детский мат? Типа, пидорасик. Пошел нахуёк? Или какой конкретно? Четыре хода мат. Раз, два, три, четыре, пять. Да надо двойные, чтоб иксы были, блядь. Иначе это все хуйня. Кажется, вообще все хуйня. Не, он классный, только когда девочка на девочку падает. На лицо? О, ебаный ты извращенец, тебе все лишь бы на лицо. Мне главное иксы, блядь. Я даже облизнул губы. После ребра. Может, ну нахер вот эту девочку на девочку? А не-не-не. Сейчас все будет. Ну не сразу. А я уверен, что будет. Но не смотри, не смотри к страну. Как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза. Если в сердце живет любовь. Да знают, не они. Да не знаю. Ребят, вы знаете, это саундтрек
С какого фильма, сериала? Ебать ты конченый, Ярик. Ты не смотрел «Не родись красивой»? Шалим. Это о тебе. А его мама снимала. На этом сериале. Да? Угу. Лучше бы она аборт сделала на этом сериале. Ну, но потом она решила, чтобы Ярослав жил. Да. Это была ее роковая. Он когда она родила, увидела его. Не родить красивым, это тоже я понял. Вот, я сейчас заснул. Разве много, сколько тебе интересно. Давай, знаешь что? Ты чё хуйню несёшь? Мне очень интересно каз крутить. Давай, знаешь что? А? Adidas есть, Nike есть, давай Puma. Шо Puma? Тебе и Вадиму. А ты видел Вадю? Конченый. Как конченый, тварь. Причем было бы неплохо, если бы он себе Adidas где-нибудь вот здесь бы выбрал. Как ты думаешь? Осуждаю. Ну что, ребят, спасибо, что покрутили. Ничего страшного, мы сегодня проиграли, но завтра, может быть, выиграем. Играйте и выигрывайте. Лото, забава. Спасибо за то, что проебываешь ради нас свою пенсию. Пожалуйста, блядь. Поэтому на пенсии вы будете должны его содержать. Пеленки ему менять, памперсы, и сопли, шлюх. Тоже меняйте. И как этот, как плейбоя. Ян Хефнер. Угу. А был еще тип, соучредитель там MTV, тоже, короче. Бедиди. Не-не-не. Я забыл, как его фамилия. Короче, мультимиллиардер долларовый. Последняя там его девушка что-то была 80 лет. Он обижался очень на своего внука, который не знакомил его с своими девушками. Вот. И по итогу, когда он умер, его дочь судилась с его там последней женой или возлюбленной, которая там была в два раза младше ее. Еще его наследство. Так а на кого он переписал? Не, она выиграла. Ну, что-то ей дочка там дали. Да. Ну, представь, 80 лет обижаться на своего внука. Так а разве не обидно, блядь? Что он не знакомится с девушками. Я бы тоже обижался. Гандон. Если девочки ходят красивые.
Не, это не Хью Хефнер, это другой тип. Я забыл о кофе. Какая бабка лесбиянка, Ярослав? Его. Его бабка. Мы проиграли, ребят. Не знаю, никогда такого не было. И вот опять. Ладно, шо? Давайте офать. Было интересно. Было охуенно. Очень интересно проебать. Чек будет? Ярик, а сделай чек на $100. Сразу напиши слово туда. В чат. Все. Давайте, люблю, целую. До завтра. Пока.